Всем огромный привет, ребята, и сегодня у нас в эфире рубрика «Эксперименты», потому что, как вы поняли по названию видео, сегодня я решила снять абсолютно нестандартное видео. Хочу попробовать себя вообще как-то разбавить контент, хочу на своем канале, потому что каждое видео про диету уже как-то вот прямо вот уже в печенках сидит, я уже не знаю. Надеюсь, вам понравится, и давайте, в принципе, приступим. Как вы поняли, по названию покупки будут из магазина Fix Price, но есть у меня пара покупочек, которые как бы смотивировали меня сходить в этот магаз, потому что сейчас вы поймете. Инициатором была вот такая вот красотка. О маленькой елочке я мечтала 3 года, потому что у меня есть только большая, и как-то хочется чего-то такого миленького, маленького, да. Потому что, ну, мне кажется, это милее, чем большая елка в маленькую комнату, в свой маленький мир. Да. И вот такие вот фонарики, гирлянды, я их не распаковывала. Ну, тут все ясно, как бы, по стандарту, да, то есть, вот. Это меня, то есть, это они были инициаторами моего похода в магазин Fix Price. Гирлянды хочу развесить на заднем плане где-нибудь, но это, короче, вы увидите в следующем видео, что я с ними научу. Я надеюсь, что-нибудь из этого выйдет, вообще путное. Да, и приступим непосредственно к покупкам из магазина Fix Price. Начнем с прекрасного, я думаю, сейчас вы меня поймете. Вы, наверное, подумали, какого черта, Настя, где вообще видео про диеты и какого хрена здесь делает еда? А я вам отвечу. В Fix Price я хожу только из-за этого. Честное слово. Значит, эти печеньки мне посоветовали купить знакомые. Говорят, что типа вкусненько, похоже на Орео. И я вот думаю, надо попробовать. И, короче, купила, не знаю, еще не пробовала. Как, вы не знаете, вы просто не представляете, чего мне стоило не сожрать их до съемки видео, потому что я обжора. Попробую, надеюсь, понравится. Юбилейная, ну это вообще, это классика жанра, я думаю, все пробовали, все знают, что вообще за печеньки. И вот, это просто, волоса прилипла, это просто Ван Лов, потому что я оды готова петь этим конфетам. Вот это было просто адище, когда я всю ночь смотрела на них и готова была плакать, потому что я их обожаю. Это самые божественные конфеты на свете, которые я когда-либо пробовала. Обожаю. Следующей моей покупочкой был вот такой подсвечник. Собственно, да. Вот, все видят, да, снеговичок. Купила я, потому что хочу романтики на заднем плане, хочу, чтобы все красивенько так нежненько светилось, переливалось, потому что близится Новый год, хочу украсить как-то свою комнату, атмосферу придать какой-то. К этому подсвечнику я купила такие вот светюли. Надеюсь, у меня голова не будет от них болеть, потому что химикатов тут, наверное, немереное количество. Но если я не умру в следующем видео, если вы увидите меня с этим подсвечничком на заднем плане, то все нормально. Потому что я его протестю перед тем, как снимать видео. Не знаю, я их даже не нюхала, я не знаю, пахнут они, не пахнут, но надеюсь, голова не будет от них болеть. Хотя, ну, фиг знает. Посмотрим. Да. Следующие покупки будут украшениями для моей красотки. Это вот такие вот шарики первые. Шарики я купила, потому что они маленькие. Я знала, что в Fix Price продаются именно вот такие вот малюсечки. И как бы и бюджетная покупочка, и вроде бы нормально, сойдет для елки. И да, мне нравится, я купила. В следующем видео, я надеюсь, вы увидите мою украшенную красотку с этими украшениями, да, для нее одеждой. Вот, и следующее, это были вот такие вот уже, вот такой вот наборчик. Купила я его только из-за шишечек. Золотой цвет я вообще не очень люблю в каких-то игрушках елочных, но тут он как бы был, вытащить его, ну, да, зачем? И зачем и не надо, я не знаю, повешу ли я на елку, но красные шарики я люблю, и шишечки это, вот это единственное, из-за чего я купила этот набор. Следующее, это были вот такие вот бусики, не знаю, видно вам или нет, что тут снежиночки. Там они были представлены в золотом и в красном виде, естественно, выбрала красный, вообще хотела белый, ну ладно. Что есть, то есть, короче, мне нравится. Ну, в следующем видео, надеюсь, все увидят, как она у меня в них как бы смотрится. Я не могла пройти мимо вот этой вот маленькой миленькой штуки, потому что она очень красиво светится. Не могла я пройти, потому что, как я уже сказала, романтику сзади я очень-очень хочу, чтобы все красиво переливалось и светилось. Новогодняя атмосфера, плюс сток в новогодней атмосфере. Обожаю, мне нравится.
увидите в следующем видео, опять же, да. Ну и последнее. Я думаю, тут сразу понятно, почему я это купила. Надеюсь, вам видно и не отсвечивает. Сувенир Релаксант. Не знаю, я уже залипала на эту штуку вчера, сейчас я залипаю, и мне нравится, потому что это реально вообще вещь. Если бы она была чуть поменьше, я бы таскала ее в школу, чтобы залипать на уроках. Класс. Вообще, штука просто мировая. Да, это было все. Это были все покупки из магазина FixPress. Я надеюсь, вам понравилось это видео, потому что я хочу разбавить свой контент, опять же, повторюсь. Видео про диеты уже надоедает, мне кажется, всем, вот каждый раз, да. Если же не надоедает, то пишите в комменты, понравилось ли вам это видео. Это была первая проба, не судите строго, да, там, ну, блин, потому что я вообще никогда еще не снимала видео на эту тему. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях критику, да. Я вас очень люблю, всех целую, спасибо за просмотр и всем пока-пока.